Зарплата может быть не нужна Хомутыннику. Зарплата может быть не нужна Бойко. Зарплата нужна тем, кто пришел работать, а не дорываться до бюджетного корыта. Поэтому, смотрите, если реальные миллионеры, миллиардеры, которые сидят в Верховной Раде, от этой зарплаты отказываются, отлично, мы можем пустить их на какие-то благие цели. Но давайте также говорить и о другой стороне. Дешевая власть очень дорого обходится украинцам. И если мы готовы и дальше жертвовать этим, визу то это будет очень плохо. И последнее, что я хочу сказать. Но параллельно с этим должен идти и обратный, встречный курс. А именно, мы обязаны сейчас, наконец-то, отменить этот позорный 15% на пенсии работающих пенсионеров.